Привет всем, ребят. На стриме вопрос у нас поднимался, сколько мы платим за квартплату. Сейчас вам покажу, как раз иду оплачивать. Холодная вода вот за месяц 890 рублей. Обращение ТКО какой-то, короче, 328. Сейчас, секунду. Отопление 2197, электрическая энергия 350 рублей, и еще раз холодная вода 282. В итоге мы платим 4049 и плюс капитальный ремонт, вот 602 рубля. Что капитального они сделали, я не знаю. Но платить приходится. Лошадка вон у нас вся в снегу. Елочка, посмотрите, какая наряжена. Сейчас вам покажу, ребят. Смотрите, какая красивая. Видите, как нарядили елочку. Работают везде, снег убирают. В городе суета, поставили. Ночью все горит. Вон, видите, везде снег убирают. А вот елочка красивая какая. Поставили. Всякие финтифлюшки наставили к Новому году, чтобы горели. Ну так вроде красиво, сейчас снег уберут. И будет все нормально. Сейчас иду к тёще. Тоже взять у нее бумажки эти, пойти все оплатить. Так что вот так, ребят. Кому интересно было. Ладно, всех обнял. И доброго утра.